Здрасте, а за что вас остановили? Я за звонок потом по телефону. В смысле по телефону вы разговаривали? Ну, позвонил малый, я телефон взял. А доказы вам показали? А ничего, никто, не тот. Я бы инспектор. Шановні, станьте, будь ласка, згідно правил дорожнього руху. Ви на пішохідному переході стоїте. Так ви теж так стоїте. А у нас включено. Що у вас включено? Аварійка включена. Що у вас включено? Давайте ви не будете, ладно? Чому ви не хамите? А що таке? Подожди, то бишь ты можешь стать нарушать и мне сделать замечание? Да. Ты хочешь сказать, что ты не нарушаешь ничего? Нет, ну вы сейчас нарушаете. Ну, так и все. А чем вы бьете? А за что вы остановили? А кто водитель данного транспортного средства? Скажите, пожалуйста. Я водитель. Я вам задаю вопрос, вы отвечаете. А что вы все так грубо отвечаете? Я не грубо отвечаю. Вы ответили, я не водитель. Вы не водитель? Нет. Он водитель? Ну кивните хотя бы, чтобы я понял. Ну кто-то, если не вы, то значит он, да? Кому предъявить документы? Обратился ко мне? Обратился ко мне? Кто обратился ко мне? Кто ко мне? Что вы вопросом на вопрос задаете? Он мне вопросом на вопрос задает. Я не знаю, с кем вы разговариваете в данный момент. А вам нужно это обязательно знать? С кем вы разговариваете? Ну ты ко мне обратился или ко мне? Я не знаю. Можете не нарушать 718? Давайте выпишем материал, составим на водителя данного транспортного средства. Да. Но вы стоите с нарушением ПДД. Или вы как ну что это такое, не понятно. Закон один для всех. Да не включено, я вам говорю, не включено. И 40 человек смотрят и говорят, не включено. Аварийка включена. А это аварийка вам дает право отступать от ПДД? Вы серьезно сейчас? Конечно. Ваше удостоверение, пожалуйста. Кто такое ляпнул? Жетон у вас 00-11-845. Здесь условия вы не будете ставить. Уйдите с проезжей части. А, вы можете оставаться, я уйду. Удостоверение. Я на камеру вам показывать не буду. Послушайте, мне буду ознакомливаться. Я сказал вам, я не буду показывать. И точка. Можете делать, что хотите. Что значит и точка? На камеру я не буду показывать. Вам покажу лично. А на что вы камеру будете показывать? Камеру в эту сторону покажу. Ну, я убрал в сторону. Все, без съемки. Без съемки. Пожалуйста. В развернутом виде. Камеру, пожалуйста. Руками не трогайте. Ворона, Филипп. Что это такое? Я камеру. Не протягивайте руки. Это я мое... вас не трогаю. Я вас не трогаю. Ну, если я вот так вот сделаю. Лейтенант полиции, Ворона, Филипп Евгеньевич, инспектор, 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 да, все. Ворона, ну какой вы инспектор, я не могу понять, если вы говорите о том, что вы не хотите составлять материал на, кого? На водителя данного транспортного средства. Послушайте, закон один для всех, куда вы едете, куда вы уезжаете, а что он говорит? Ну доказательства где? Ну вы же его остановили. Я ну... тебе сразу заплачу и все. Покажи, а то я тоже не... Доказательства. Человек хочет увидеть доказательства по правонарушению. А скажите, он вас остановил? Ну да, он ну, сзади мигалкой. Зыхи, ага. Я понял. Все правильно. Смотрите, перед тем, как что-то утверждать, у них должны быть доказательства. У нас есть презумпция невиновности. Они должны доказать то, что вы виновны, а не то, что вы должны говорить, что вы невиновны. Понимаете? Они этим пользуются, понимаете? Вот и все. И разводят. Если видео нет, все. Встала и ушла. По-нормальному. С кем по-нормальному? Вы видите? Он говорит, я аварийку включил. Сам стоит с нарушением, понимаете? Да, да, да. Вас можно, блядь, жалобами так задушить, уже охуели. Ворона, так что будем делать, я не понимаю. Предъявите, пожалуйста, службовую посвящение. Давайте вызовем гнездо какое-то, еще кого-нибудь. Я вам сказал, 18 статья, пункт 3, все. Но мы ворону уже знаем. Там особы, там ни человека, ни людины, никого. Там особы. Получается, вы можете слабых, блядь, покатровать, понимаете? Вон деда взяли, там развели. На камеру или что? Во, нормально, нормально. 34-я статья. 34-я статья Конституции Украины. Не, говорит, вам Геращенко вообще ничего не говорит или что? Геращенко сказал, что будешь можно. Тыкать себе дома. Вы Антона Геращенко не уважаете или что? Покажи, пожалуйста, службовый посвящен. Антона Геращенко не знает. Вот, ты что, гонишь или что? Вот руководство его не знает. Я лично Антону наберу на тебя, я тебе говорю, обязательно, что ты вот так вот разговариваешь. Что у тебя за бодикамера на сиське, блядь, висит? Что это такое? Я да говорю. Ты свою убери камеру с писки, посмотри, что он делает. Подожди. Что вы тут занимались с Вороной? Что вы тут снимали вообще? Первое. Закон о полиции, ты смотри на него, он третий. Раз. Второе. Не нарушайте 10.26. Поймали Ворону.
Ребята, это город-герой Сумы. Он показывает видео, не? Земля круглая, согласен. Вот так вот ему и вернется, серьезно. Конечно, конечно. Оплачу потом, можете оспорить. Оплачу, я там ваши права. Ты понял, что он сделал? Он тебе взял вот так вот, взял тебе грязью, облил, потом говорит, ты можешь постираться, ты понял? Вообще, это жесть какая-то. Ворона, я тебя такого не ожидал, серьезно говорю. Вообще. Ты еще мало того, что ты обманываешь, не исполняешь закон. Ты сказал, что у тебя горит маячок. У тебя маячок не горел, правильно? Ты стоишь-то с нарушением правил дорожного движения. Два. И ты вот так вот людям берешь, пишешь липовые постановления. Без доказательств. Ну вот, человек говорит, покажи мне видео. Я отказался от видео, я ему предлагаю. Послушайте, есть я ему насильно показывать не буду. Насильно показывать не буду? Человек сам, конечно, я буду убежать, смотри видео. Я ему отказал. Вам предлагали ознакомиться с видео? Вопрос есть? Я понял. Это он пользуется тем, что у нас люди юридически безграмотные, понимаешь, что он ляпнул и все. Я понял. Я тебя услышал, Ворон, я тебя услышал. Все. Он на камеру сказал. Все, все, я понял, я понял. О, все понятно. А ты понял? Ну это вот так вот они и делают. Ну о чем с ними можно разговаривать? Вот только жареным запахло, все сразу. Да, 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 да. На себя бы выписал, понимаешь? 425 гривен, пожалуйста. 510, кажется. 500? Не, это он на себя, за то, что он здесь стоит. Вот закругление, пожалуйста, 15 метров. 15 метров, нет, стоит, понимаешь, форму дали. Не, вот тут можно уже. Это ему нельзя, конечно. Ну, не мало, что пары останавливают, понимаешь? И в туда. Я Ворону это, а? Ворону, да. Назвал бы фамилию. Не дай бог, серьезно. Не, ну обидно, ты понимаешь, ну 500 рублей. В наше сложное время, понимаешь, вот так вот берет, план делает кому-то. Этот вообще Антона Геращенко не знает. Я не знаю, я сделаю видео специально на вот этого и сделаю ссылочку. Антоха, смотри, кого ты приручил. Это жесть вообще. Брызговиков опять же нет, ребят, посмотрите. Брызговиков нет. Где брызговики, Ворона? Ворона, где брызговики? Украли? Кто сказал запрос такое? Сделал на Рено. Не делал запрос? Ага. Данный автомобиль. Я работаю в автохозяйстве. А тебе не нужно работать, ты должен соблюдать... Кошмар, кошмар. Лобовое не тонировано, фары не отполированы. 76-82. Номер потертый какой-то, замызганный. Кошмар. Просто жесть. А что там такие дела? Ворона, чуешь, ты такие катания забыл раньше, а ёпта. Как старый гаишник, да? Катания. Да. А пришел же на пенсию, сейчас выжат я. Вот так вот, да? Понимаешь? А, понятно. Без маски сидит, разговаривает, ты понял? Царек. Люди стоят. Так гаишники хотя бы выходили, понимали как-то, ты понимаешь? А это ж вообще нет. Взлет-посадка. Просто возьми, вот так держи, как ты только что держал службу посвящения водителя. И все. Вы только и можете вот пенсионеров, детей, женщин, инвалидов, понимаешь, щемить, понимаешь? Кого-нибудь, если должен выполнять. А ты что, гаишник старый или что, а? Ворон. Вот написан. Ну старый гаец. Батя, ты видел, какой у него? Да злой Бельдерич пишет. Ебать. Болт какой-то, да, или что? Там каким-то образом мешает. Ля, посмотри, посмотри. Конечно, мешает, блядь. Может, конечно, еще, мешает. Ну, в мастях каких-то. А что там да сказано по одностри? Потому что выйдете, во-первых, с автомобиля вам запрещено общаться. Ля, посмотри. И меня называют пузатым. Посмотрите на него, и меня называют пузатым. Да я худышка по сравнению с ним. Мы с одной стороны с ним. Вообще, блядь. Я вас сказал, что у нас вызов, нас ожидают люди. Какой у тебя вызов? Какой у тебя вызов? Ты опять врешь, опять врешь. Нам не нужно это. Ля служебную информацию дает к ознакомлению. Ага, я понял, понял. У нас серьезный вызов. Ребят, представьтесь, пожалуйста. Мы же представлялись. Ты что, оскорбляемый или что? Тебе нравится, когда тебя оскорбляют? Скажи, это, пожалуйста. Честно говоря, я это не воспринимаю. Это ваше личное... Ну, потому что ты... Ну, вот опять же, ваше мнение. Я не буду его ни опровергать, ни подтверждать. А скажи мне, пожалуйста, давай на мужика.
Есть видео? Не буду я на мужика, тут мужики а не хотят. А ты что, безяйцевый или что? Я нахожусь на службе. Ты безяйцевый? Разговор этот будет. Ты безяйцевый? Человек просит, покажи доказы по справе. Они сняли права. Попробуй у меня, возьми права, у меня есть там куча нарушений. Что, передай по линии, блядь, что у меня куча нарушений. Зачем мне? Там в райотдел забираете, блядь, пор вызываете. Давайте полный трэш, сука, в сумах сделаем. Сделайте. Сделаем? Сделайте. Подожди, вы полиция или вы просто на крысу выписали? Мы едем на улицу. Вы нас пытаетесь провоцировать зря, бесполезно. Кто тебя провоцирует? Вы своими действиями. Своими действиями. Первое, ты нарушаешь 18.3, это закон о полиции. Второе, 718 приказ, который относится к закону о полиции, 20 статьи. Понимаешь? А второе, ты сидишь в машине и понимаешь? Потому что, слышишь, кто вы такие? Я, блядь, полицейский, мне все можно. Ты когда, блядь, хотя бы пытаешься мне сделать замечание, ты за свои поступки отвечаешь. Там в законе о полиции 18 статья, почитай на досуге. Ты должен быть прикладом, а не такой, блядь, в очках модный стоишь. Ты не туда немножко пошел, понимаешь? Угу. Вас просто надо жарить именно в рамках закона. Посмотрите, у меня бодикамера находится. А что вы тут делали, ворона, вот с этой камерой, не понятно, на пипке, а? Ворона? С камерой? Где? Не, ворона вон. 718-й о приказ. Выше груди должна находиться. Какой 718-й, Богдан? 10-26, что ты мелешь, нахуй? Что ты мелешь, а, Богдан? Перецепи бодикамеру, она не как вот. Она не снимает, так что... Тебе открыть 10.26? Я знаю, да. Тебе открыть 10.26? У меня целая папка есть по поводу вас. Спалились оба. В чем? Это жесть, конечно. Слышь, а часы такие, блядь, за... Котлы, да? Сколько? 10, да, наверное, стоит? Это вот у тебя зарплата сколько? 13. Угу. Или сколько у вас в сумах? Ага, то есть я не могу себе позволить такие часы. За 13 тысяч ты себе часы можешь позволить? Внимательно в магазине, посмотрите, сколько они стоят. За 13 тысяч? Братан, вообще я не собираюсь перед вами за это отчитываться. У меня Apple Watch, ребята, за 11. Я не собираюсь перед вами за это отчитываться. Ты декларацию пишешь, ты будешь показывать? Ты не поедешь, пока ты не покажешь службовую посещение. Давай я с вами буду. Я показывал службовую. Дайте мне жезл. Ты ему показал, теперь мне покажи. Конечно. Ну, смотри, у меня тут просто у меня нога здесь стоит. Если, не дай бог, наедете, блядь, сделаем вам трэш. Вот, короче, у него поэтому нога, лучше не рисковать. У него нога там заминирована, видишь? Вот, камера все зафиксировала. Заминированная нога. Поэтому показал службовое посвящение и уехал. В чем проблема? Камеру в сторону я покажу. Да, сейчас. Я показывал еще. Да, сейчас. Я на камеру не буду показывать. Будешь. Нет. 34-я статья Конституции. 34-я статья Конституции. Убирайте камеру, я показываю. Ну, вызывай командира батальона. Скажи, что у вас ЧП. Батальон? Ладно, вызови командира роты, если тебе легче станет. Хотя бы. Камеру убираем, я показываю. Ты будешь диктовать свои условия у себя дома, законе, а здесь ты будешь выполнять. Вас, понял? Я вам не подчиняюсь, выполнять я ваши приказы не собираюсь. Ты кому давал присягу, друг ты мой родной? Кому ты давал? Приказы я выполняю своего командира, вот, но не ваши. Ты слышишь, что он говорит? 19 статью Конституции тоже немножко почитай, понял? Ты хочешь... Подойти может любой гражданин мне приказать, что мне сделать? Особа. Не гражданин, а особа. Там четко и ясно написано. Да, тебе дать... Особа, давай. Хорошо. Одна я дает... Другая разница. Давай. Покажите обои, мы все, вы отпустили вас, вы что, прикалываетесь? Все. Либо вызывайте сюда тор, пусть ломают, сделают. Поломайте. Все, в чем вопрос? Опа, ворона, на камеру. Пылып, подожди, Пылып Евгеньевич, инспектор. Все, конфликт, блядь, довольно. Мы уже не можем. Все, в чем проблема? Не будьте капитаном. Ваше. Будьте так любезны. Без комментариев. Бондар Ярослав Володимирович. А что вы инспектора? У вас нету там званий, ну я имею там лейтенант. Так там же написано. Нет, там инспектор написано просто, инспектор. Ну, не я выдавал. Скажите, пожалуйста, а когда вы будете на службовое менять посвящение? Это же у вас не службовое посвящение. Не к нам вопрос, опять же, к отделу кадров, кто занимается данным вопросом. Я вам не могу на такие вопросы отвечать. Филипп, правильно на русском? Да. Филипп, скажите, пожалуйста, видите, я уже адекватно начинаю. Скажите, пожалуйста, у вас есть видео нарушения? Да, да. Абсолютно точно. А как вы ехали? Вы на регистратор? На встречу он там ехал. Так, и он вот так вот возле уха держал. Держал. Вы телефонный, ну, книгу посмотрели, кому он звонил? В правилах как прописано? Користуйтесь засобами зв'язку, тримаючи его в руці. А скажите, можешь тримать все, что угодно, ж правильно? Засобами зв'язку, тримаючи его в руці. Ладно, давайте так, давайте сделаем чуть-чуть по-другому, усложним вам задачу. Смотрите, сзади вас стоит непосредственно.
непонятный автомобиль. Жень, я вас предупредил, что у нас вызов, у нас ждет человек. Это не шутка, это вполне серьезно. Мы вам тоже... Я не от того, что хочу от вас убрать. Едет, а? У нас реально вызов. Мы ж нас ждет человек. Но мы ж не хатик, мы же будем ребят. Ждать, правильно? Не надо собаки. Меня ждать. Короче, можете сообщить, что тут есть автомобиль, который нарушает, грубо... Ориентировку дайте. По-хорошему. По-хорошему, ну, потому что вы как бы, вы будете сами виноваты, что вы пропустили этот автомобиль. Конечно. Вы можете за это по шапке получить от руководства. А в связи с чем? Во-первых, он двойник, второй, он ездит на левых номерах, и там много-много чего. И есть такая информация, что у него подделка документов. Ну, там, это, короче, там нормально, это джекпот будет. У тебя сразу до выходных. Хорошо. Хорошо? У меня выходные. Все, так, давай. Сзади вас. Все, ждем. Сзади вас. Ну, короче, побрили они нас. Друзья, ну вы сами видели, как они общались, и мы приехали в город Сумы. Как и обещали, что мы будем стараться выезжать и в ваши города и помогать. На данный момент человека оштрафовали за то, что он якобы разговаривал по телефону. Ну, вы видели, как они общались и как они немножко обосрались. Вот, мы катим дальше. Вы знаете, что делать? Ставим лайки, подписываемся на канал, но мы погнали.